Дети из пострадавших от военных действий областей Украины отдыхают в лагере организации «Пласт» в селе Лебедевка. Свежий воздух, Черное море, отдых и забота сделали свое дело. Маленькие переселенцы чувствуют себя нормально, постепенно забывают о пережитых ужасах. Дякую всем организаторам, кто там помогал. Дуже классно тут. И відпочиваем, и помогаем трішки, стараемся быть самостоятельными. Это никого не помешает. Недавно лагерь посетил бизнесмен и общественник Виктор Андриенков. Он привез ребятам продукты питания, среди которых сладости и мороженое. В конце мая, благодаря школе виндсерфинга «Улет», было собрано более 10 тысяч гривен. На эти деньги удалось организовать оздоровление 10 детей, пострадавших от войны. 31 мая во время открытия виндсерфинг школы «Улет» с серфингами были собраны средства. Это более 10 тысяч гривен для того, чтобы организовать отдых детям-сирот, чьи родители погибли в разных горячих точках нашей страны в связи с последними событиями. И вот приятно, что мы видим, что эти дети все-таки получили возможность отдохнуть среди своих сверстников, получить новые навыки и немножко отвлечься от того ужаса, который их окружал все это время. В планах бизнесмена продолжить помощь. Уже собрано 6,5 тонн продовольствия для людей, остающихся в зоне военных действий. В августе он хочет организовать лагерь для детей с востока страны. А пока призывает присоединяться всех неравнодушных. Ангелина Савенкова, Татьяна Тажибаева, Бессарабия ТВ.